площадке. Представьтесь, откуда вы, чем занимаетесь? Меня зовут Алексей, я системный аналитик из Москвы. Какая была ваша основная причина покупки украшения? Хочу сделать предложение своей любимой девушке. Угу. А вы сравнивали предложения каких-то других магазинов? Да, проводил конкурентный анализ, смотрел, где выгоднее, где то, что мне нужно. Угу. А не помните, с кем еще сравнивали? Московский ювелирный завод, соответственно, Sunlight смотрел. Угу. Смотрел инстаграм магазины, в которых есть вот именно овальная огранка камня, которая мне нужна была. И, соответственно, остановился на текущем варианте. Угу. Хорошо. А что было решающим при выборе нашей компании? Решающим, конечно, была доступность и шоурум, то есть можно было прийти посмотреть. И, кроме всего прочего, я так понял, нестандартная гранка камня. То есть это не угу. просто круглый камень, а именно овал. Угу. А были ли у вас какие-то сомнения или опасения перед заказом? Особых сомнений и опасений не было, так как я понял, что все официально, и, соответственно, в случае чего у меня будут документы, и все хорошо. Окей, хорошо. Какой результат получили? Доволен результатом. Более подробно смогу рассказать уже после предложения. Угу, это да, важно. А по шкале от 1 до 5, где 5 высшая оценка, насколько, вероятно, вы рекомендуете Пьер своему другу или коллеге? Ну, пятерка, потому что я получил то, что хотел, и получил это в срок. Класс, спасибо большое. А есть ли что-то, что мы можем улучшить, чтобы сделать ваш опыт заказа приятнее? Сложно так все, то давайте подумаю и отвечу. Хорошо. Спасибо вам большое за отзыв и желаем тогда, чтобы все прошло хорошо. Вам спасибо.